Представители пожарного надзора посетили Сафоновскую детскую художественную школу, рассказали о мерах пожарной безопасности при возгорании огня, о действиях по его предупреждению и мероприятиях, проводимых при угрозе пожара. Ольга Казакова напомнила ребятам телефон службы спасения 01, 101 и 112 и убедила ребят соблюдать правила пожарной безопасности для сохранения своего здоровья и имущества. Командир 1-го отделения 14-й пожарно-спасательной части познакомил ребят с устройством пожарной машины. Артем Михайлов с водителем Тимуром Воронцовым продемонстрировали работу пожарного. Обучающиеся и коллектив Сафоновской детской художественной школы поблагодарили представителей пожарной части. Им надолго запомнится эта яркая встреча.